Привет, дорогие друзья, снова я, Константин Талах, и это мой блог Born to Travel with Talach. Я захожу со стороны железнодорожного вокзала. Территория сделана по всем правилам дворцовой архитектуры. Сам дворец и территорию окружает громадный ров с водой, встречает богатые, красивые ворота, и придворцовая площадь тоже очень велика. Я продолжаю свои экскурсии по Германии, и сегодня вновь город Брюль и этот шикарный дворец. Я нахожусь на фоне главной достопримечательности города Брюля. Это замок Августусбург. Замок, который вы видите за моей спиной, был построен в 1768 году, ровно за 200 лет до моего рождения. Аугсбург в 1984 году удостоился чести быть принятым в великолепную компанию памятник архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО. Это центральная парковая аллея. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что я произвожу съемку в конце ноября, хотя и солнечный день, но это все-таки осень. Вы себе даже не представляете, как это красиво весной и ранней осенью. Я обязательно сделаю цикл Four Seasons, 4 сезона. Уже в 12 веке архиепископы Кёльна облюбовали эту дивную местность, а в 1298 году здесь построили замок, который умудрился дожить до 1689 года. Во время 9-летней войны его взорвали французы. Место, однако, пустовало недолго. В 1725 году курфюрстер Клеменс Август фон Виттельбах, будучи главой Кёльнской митрополии, распорядился построить такой дворец, чтобы Версаль позеленел от злости. Забегая вперед, можно сказать, что это удалось. Наполеон, увидев Августбург, едва не лишился чувств от восторга. Дорогие друзья, я жду лайки за это видео. Подписывайтесь на мой канал Born to Travel with Talach. Всегда ваш Константин Талах.